Приехал командир Халиков применять физическую силу к Юрию. Это не физическая. Уже на помещении. Серьезно, мне физическую силу применяешь. Уже на помещении. Допустите моего представителя. Я его защитник. Допустите, в суде будете представлять. Допустите. Не применяйте ко мне силу. Вы кто? Я служебно представитесь. Представьтесь. Я уже представил. Кому вы представитесь? Не применяйте ко мне силу. Вы что делаете? Вы что творите? Что это такое? На основании. Кто это такое? Он мне не представился. Он мне не представился. Почему он меня дергал? Почему мне рюкзак рвал? Кто это такой? Кто вы такой? Кто вы такой? Не трогай меня! Служебно представиться, представиться, предъявить законные требования! И представиться законные требования! Что это такое? Давай. Вызовите полицию! Кто это такой? На основании чего физической силы применяется? Выйдите! Представьтесь! Я законные требования! Кому вы представились? Законные требования! Лена! Если да, на видео! Yeah.
Все, спасибо. Так, все, продолжим. Да, так, объясните, расскажите, произошедшая ситуация, как вы задержали место, куда чего следствие? 2-го, 2-го, 8-го, 16-го, 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 2-го,
22.40 гражданин спускался по эскалатору. Спустился по эскалатору, оступился, пошел шел шаткой походкой, на что я обратил внимание. Подойдя к гражданину, представился, просил гражданину помощи, нужна ли, на что гражданин мне ответил. Сейчас, секундочку, достал телефон, начал снимать. Я представился, еще раз привет, фамилию, имя, отчество назвал. И попросил гражданина документы, на что гражданин мне ответил, что я не обязан предоставлять вам документы. На что гражданин объяснил, на каком основании он должен предоставить документы. Гражданин отказался и сказал, проявим комнату полиции для выяснения, для дальнейшего разбирательства. Я сказал ему, давайте проявим комнату полиции для выяснения вашей личности. Прошли в комнату полиции, доложил дежурную часть. Дал указание, на что в дальнейшем гражданин указал мне фамилию, имя, отчество и год рождения, не являющий его фотографии. Я проверил все дальнейшее указание. Следовали, ждал указания в начале своего командира. Дежурный. Вопрос. Скажите, пожалуйста, вы обратили внимание на данного гражданина. Как вы сказали его фамилию? Гражданин. Сейчас вам известно? Да. Фамилия гражданина, которого вы задержали. Нет, я встречал, а имя отчество не помню. Как фамилия еще раз? Синичев. Зачем? Он не помнит. Андрей. Прошу вас, пожалуйста, сотрудника полиции, не участвующего в производстве по данному делу, делающему подсказки свидетелю. Я считаю, эта мера должна быть выполнена незамедлительно и обязательно, так как данный сотрудник полиции помогает свидетелю в данное время. Давайте показываем. Не допустим. При этом я отреагировал на замечание, можно сказать, председательства, которое предупреждал. И уже сделал одно предупреждение. Может, просто удалим, как обещали? Я сделаю еще раз одно замечание. Ведь... Может быть, подальше, чтобы отошла? Ну не надо, что ж не будет. Так, хорошо. Фамилия, как вы сказали? Фамилия? Синичев Андрей. А я отчество не помню. Синичев Андрей, да? Откуда вам стало известно? Синичев Андрей. Откуда вам известна эта фамилия и каких обстоятельств вы знаете фамилии? При каких обстоятельствах? Когда, где, каких обстоятельствах? Гражданин, наверное, вы отвечаете? Паспорт. Где, при каких обстоятельствах? В комнате полиции. В комнате полиции, в адрес? Сухаревская. Комната полиции. Время? Время 22.50. 22.50, а? Где-то так. 22.50, сколько? 22.40. Я гражданина задержал, привел в комнату полиции, доложил, и 22.50. Уже примерно где-то с 25-10. Хорошо. А теперь скажите, пожалуйста, вы гражданина задержали? Было задержание? Для гражданина? Вы, да. Задержал для выяснения личности, так как он мне не предоставил документы. Хорошо. Чем подтверждено задержание? Как произошла процедура задержания?
процедуры лежали. Ну, расскажите, ну, как было задействовано? Заложил трубы. Подошел к нему, ставился. На что гражданин не отказался. Вы это слышали уже? Документ. Как вы процедуры? Пришел, привел его в комнату полиции, доложил дежурную, что гражданин такой-такой-то. Вы сказали, 22.40. Вы его 22.40. Задержали. Вы его задержали. Ну, расскажите, как? Вы его задержали. Доложил в комнату полиции. Гражданин не предоставил мне документы. На что мне дежурный сказал, жди в дальнейшем указании. В дальнейшем указании... Это где гражданин? Да? Хорошо, да, гражданин, его начальник гражданин спускался, что увидел гражданин, что такое? Гражданин, когда спускался, он спустился с экватора, да, и споткнулся. Да, и дальше шел шаткой походкой. На что я обратил внимание. Да. Подошел к гражданину. Представился ему, спросил, помощь не нужна, на что гражданин не ответил. Сейчас подожди, я подождал, он достал телефон, начал снимать. Хорошо, он что-нибудь нарушил? Сказал, подождите, достал телефон. Он что-нибудь этим нарушил? Нет, не нарушил. Не нарушил, продолжаем дальше. То есть нарушение, наверное, никаких нет. А когда, а с чем он нарушил, что? Ну, он же шел, походка, обратил я внимание, значит, человек, у него вылезло подозрение, правильно? Подозрение в чем? Что с ним, что-то не то. Так, хорошо, начали с ним общаться. Начал с ним общаться. Всего... Он хотел сделать заявление, что ты говоришь подполковник. Он мне рассказывал. И не говорил слова, которые не слышит вся наша общественность, присутствующая в данном помещении. Ну, замечание, кстати, слушаю, есть такое процессуальное, где мне право сделать. Замечание будет, хорошо. При общении с ним... Я у гражданина почувствовал запах. Так. И в дальнейшем мы отправились в комнату полиции для выяснения его личности и в дальнейшем составления. Хорошо, скажите, пожалуйста, чья была инициатива? Посмотрите, пожалуйста, чья была инициатива пройти в отделение для каких-либо процессуальных действий или не процессуальных. Чья это была инициатива? Ваша или Сенчина? Кто предложил пройти? Предложил? Сказал гражданину, а провел его я. Еще раз говорю, кто предложил? В комнату полиции. Кто предложил пройти? Я. Вы предложили? Ну, в дальнейшем. Сначала гражданин Сенчина сказал, пойдемте в комнату полиции. А во втором? Нет, смотрите. Я вам сказал изначально, кто предложил? Все. Первый был Сенченко, потому что он первый сказал. Он сказал, пойдемте. Он давайте пройдем в комнату полицию. Правильно. Он что-нибудь нарушил? Предложил вам пройти для разбирательства, для чего-либо, в комнату полиции. Он это что-нибудь нарушил? Причина задержания. Причина задержания, так как он был, у него была шаткая походка. Я его провел в комнату полиции, так как у него была шаткая походка, и запах изо рта. Послушайте, из-за этого. А что гражданин сделал? Человек отвечал по существу. А что гражданин сделал? Разъяснил наш процесс. Не уводил его в сторону. Вам задали вопрос. Я отвечаю на вопрос. Он нарушил. Что? Он находился в общественном месте. Как вы это поняли? Ну это не я. Я этого не понял. У него запах изо рта был. Шаткая походка была? Была. На что я отреагировал? Для меня, для выяснения его личности и задержания его. Ну ладно, хорошо. Вы видеофиксацию вели данному делу? В данный момент на видеофиксации у меня не присутствовал. Так как у меня, я вот нахожусь вторым постом, а не первым. Вам задали вопросы сюда, нет? Я отвечаю. Ничего страшного в этом не вижу. Хорошо, после того, как Сенчин предложил вам пройти в отдел полиции, что было в дальнейшем? В дальнейшем? Я был в прошлой комнату полиции, я доложил дежурную, что гражданин находится в комнате полиции, доложил, как, по какой причине он находится здесь, так как я объяснил, что в данный момент гражданин вызвал у меня подозрение, так как у меня же была шаткая походка и запах изо рта, что на что этот дежурный мне ответил, жди на еще указаний. Все, дальше указания приехал по командиру и все. Хорошо, я услышал вас ответ. Скажите, пожалуйста, он что, грязный, не обрядный был? Плевался, матерился? Нет, не матерился.
То есть он ушел с шаткой походкой, на то и обратился, чтобы споткнулся для начала, и потом шел с шаткой походкой. Хорошо, потом. Я подошел к нему, спросил эту гражданина. Хорошо, скажите, пожалуйста, где вы обратили внимание на господина Сенчева, где он находился? Я находился на балконе. А он где находился? А он спускался с эскалатора. Спускался с эскалатора, он что, бежал по эскалатору? Нет, он спускался. Когда он спустился, он спускался. Он спустился с эскалатора и в дальнейшем подошел, столкнулся еще и потом дальше в дальнейшем шел шаткой походкой. Хорошо, дальше потом нам расскажете. Скажите, вот когда вы на него внимание обратили, как далеко вы находились от эскалатора, где эскалатор заканчивался спуск? На каком расстоянии вы находились? На расстоянии не больше 25 метров. Сколько? Не больше 25. 25 метров. Ну скажите, пожалуйста, а вы к нему навстречу шли или он прошел навстречу? Он прямо шел навстречу. Хорошо, он споткнулся, стоя на эскалаторе или уже подошел по платформе? Он уже как раз, получается, вышел с эскалатора. Хорошо. Там уже... Вы видели, как он спускался на эскалатор? Видел. С эскалатора видел. Упал он с эскалатора? Не упал. Стоял ровно? Держался за эскалатор, за корпус. Это нарушение? Это не нарушение. Нарушение. Да, хорошо. Нарушение. Сошел он с эскалатора. Когда он споткнулся? Когда он сходил с эскалатора? Он? На метр отошел от эскалатора, на эскалаторе. Метр от эскалатора. Он спустился, получается, метр от эскалатора, где идет уже платформа. Хорошо, споткнулся, упал? Не упал. Хорошо. Да, а что по-вашему значит споткнулся? Что, ну, что произошло? Он нагнулся, как? Что, ну как человек спотыкается? Нет, его просто он споткнулся, и он в сторону повело. И в дальнейшем гражданин шел шаткой походкой. В дальнейшем это когда? В дальнейшем? Это вот сразу после беда споткнулся. Все, и он дальше ровно не пошел, из-за этого я подошел к нему. Хорошо, я понял. Значит, вы к нему подошли сами, да? Да, я сам. Вы шли ему навстречу? Да, подошел к нему. Хорошо. Ну, после того, когда вы пошли в отдел полиции, комнату полиции, опять шатался? Или уже перестал шататься? Когда он поднимал по эскалатору, он не шатался. Не шатался. Ну как он будет по эскалатору шататься, если он держит? Хорошо, после того, согласен. Когда мы вышли с эскалатора, он в дальнейшем шел уже тоже. Ну, опять шаткой походкой. Шаткой походкой, до комнаты полиции. Шаткой походкой, да? Значит, он не матерился, выглядел отрядно. У вас претензии, что человек находился с запахом и шаткой походкой. Согласны? Все, вы шли к ним претензии. В этом претензии заключается. В этом претензии. Больше нет. Он же нарушил административный. Согласен, да. Я с вами или не согласен, это мы решим потом. Да, конечно, согласен. Еще раз объясняю. Значит, он шел с шаткой походкой. Запах изо рта, шаткая походка. Все, это уже правонарушение. Согласен? Все? Согласен, да. Вот этого достаточно было, да? Ну, я считаю, что не грубил он вам в дальнейшем, правильно же? Не, он в дальнейшем там говорил, выпуски. Возмущался? Не соглашался? Нет, он обзывал там как бы, ну... В рамках приличия, правильно? Нет, ну не в рамках приличия, но подтвердить я в данный момент не могу, потому что у меня нет съемки. Подождите, что он делал? Подождите, теперь же не интересно. Нет, он возмущался, на каком основании я его задержал, почему я здесь нахожусь, правильно? Это естественно. Эмоции у него были. Это естественная реакция гражданина. Естественно. Естественно, правильно? Вот. Значит, ничего страшного, это вы ему не обвиняете, это нарушение, правильно? Что он возмущался и задавал вопросы, что он здесь делает. Это не нарушение? Это нарушение? Нет. Не нарушение. Значит, единственное, в чем вы его обвиняете, это шаткая походка, запах изо рта. Все? Хорошо. А теперь скажите, а свидетели были? Свидетели были. Ладно. В дальнейшем будет. Кто? В дальнейшем у вас будут свидетели. Да вы рассказываете. Вы за себя отвечаете. А, нет, в дальнейшем есть свидетели. Хорошо, кто свидетели того, как он шел шаткой походкой? И где шел шаткой походкой? Когда я его поднял его по эскалатору в комнату полиции, работник метрополитена службы безопасности. Кто?
июне сейчас. Сотрудник метрополитена. Сотрудник, да, метрополитена. Я понял, служба безопасности. Так, ну, кто фамилия, знаете? Фамилия есть? Я не помню, что фамилия. Мужчина, женщина? Мужчина, мужчина. Один свидетель был? Свидетель? Да. Два свидетеля. Два свидетеля. Мужчина, два мужчины. Мужчина и женщина. Мужчина и женщина. Хорошо. Свидетели чего они являются? Вы нашли свидетели? Или они сами к вам подбежали? Знаете, мы видели? Вот мы видели. Нет, а как получилось? Мы привлекли, вот так. А кто мы? Я. Как вы их привлекли? Вот расскажите. Подошел я, объяснил, видели гражданин, как я тогда мало, они говорят, да, какое внимание мы вам обратили, так как он шел, что-то, вот, все на то, и гражданин, метрополитена, все объяснение. А скажите, пожалуйста, Осинчев общался с данными свидетелями, вы слышали, видели? Да, он их видел, гражданин. Я еще раз объясняю, когда вы шли в отдел полиции, комнату отдела полиции. Он в комнате полиции видел. Еще раз говорю, до этого. Нет, я не видел. Пока вы шли с ним. Они рядом, мы никогда мы с ним шли. Еще раз объясняю, я вам задал вопрос. Общались они, да, или нет? До того, как он попал в отдел полиции. В комнату полиции или в отдел полиции. Да. Ну, куда вы его доставили? Нет. Ну, а? В комнату полиции. Нет, не общались. Не общались, да? Он с ними не разговаривал, мы с ним тоже, да? Он с ним общался в комнате, когда он находился. В комнате, хорошо, с эскалатора пошли прямо в комнату полиции. Общались, не общались. Не общались они, правильно? Они не общались. Поэтому после того, как он был доставлен в комнату полиции, вы сами подошли к людям и спросили, кто что видел, да? Да. Эти два человека сказали, мы видели, как он шел. Мы готовы подтвердить, да. Готовы, что он шел шаткой походкой. Да. Какие у них еще были претензии к Сенчику? Что были какие-то претензии, кроме того, что ушел шаткой походкой? Претензий больше не было. Не было со стороны. Вы что, претензии вам не предъявляли, да? Нет, ему нет. Нет, вам не говорили, вот знаете, вот он шел шаткой походкой, на меня вот плюнул. Нет, не было. Привлеките его. Нет, у них претензий были только одно, что и то, это была претензия с их стороны, или они просто фиксировали факт, что они видели, что человек шел шаткой походкой. Как они вам объяснили это? Что мне подтвердили, что да, когда я поломался, видно, что человек идет шаткой походкой и что? Готов подтвердить в дальнейшем, что человек нас. Хорошо, скажите, пожалуйста, они вам... Возмущены этим моментом. Ну, им не понравилось, так как оно это... Чем не понравилось? Что им не понравилось? Расскажите. Что так, как он шел, я же его поднимал, правильно, он шел шаткой походкой. Им это не понравилось? Они вам рассказали об этом, что им это не нравится? Ну, возмущены были. Как? Вот расскажите. На каком основании, почему человек идет так? Значит, обратили внимание, значит, у них вызвало подозрение, значит, правильно? Какой? Почему? Это сотрудник полиции? Почему он так идет? Ну, гражданин же обычно, он же не может просто так же, правильно? Подождите, еще раз объясняю. Тогда как получилось? Они возмущались. Они сами к вам подошли и стали? Нет, я подошел, спросил, видели, они подтвердили. Да, они не видели. Дальше? Все. Дальше гражданин мне ответил, да, я могу подтвердить, что гражданин... Сенченко, может, это шел шаткой походкой, так как гражданин шел шаткой походкой, когда мы вместе с ними шли, все. Хорошо, на каком расстоянии они находились? На расстоянии не больше 50 метров. От него? 50 метров? Меньше даже. Ну сколько? 20-30 метров? 20-30 метров, да. 20-30 метров? 20-30 метров? Вы вместе были с станцией метро Сухарев. Он просматривался, да? Он просматривался. Даже если было 100 метров, они бы видели его, да? Они стояли на КПП. Они стояли, да. На КПП, да, в ребенке, сколько КПП стоит? Вот. Ну, не больше 30. Там не больше 10 метров положено. Ну, 20, не больше 10. Подожди, подожди, подожди. Нет, ну вы знаете, что Монголия. Да, расскажите себе, вы не заинтересованное лицо. Вы объективно. На комнате полиции, на улице рядом, где они стоят. А не начали, я же буду вам вопрос делать. Что со мной? Мы же вам доверяем, вы судья, понимаете? Вы независимый судья. Вы человек, еще раз сейчас, я еще раз говорю, за основу лицо. Еще раз еще. А вы же не так. Суд, но за основу лицо, в производстве которого находится, и на вас распространяется все права и обязанности. Да что, отлично, замечание, это уже повторно. Ладно, ну это же правильно. Спасибо. Поэтому... Давайте всех уберем. Вы
Мы работаем по закону же. Что здесь подружки? Пожалуйста, пожалуйста, уберите человека. Ой, слушатели, который опять вмешивается в диалог. Пожалуйста, пойдите. Удалите, пожалуйста. А теперь скажите, пожалуйста, вот вы говорите, они были на расстоянии 30 метров. Не больше 30 метров. Не больше 30 метров. 30 это... метров. Они, значит, через какое время, после того, как Сенчев был уже у вас в отделе, в кабинете, они подошли. Да, дальше какие-то объяснения, показания, свидетельства. Больше 30 минут. Через 10 минут, да? Не больше, да, примерно. Через 10 минут. То есть... А когда они начали с ним разговаривать, они вообще разговаривали с Сенчевым о чем-либо, да или нет? Когда в том полиции Сенчев с ними разговаривал, объяснял, вам объяснили права, и все, и мы больше ничего. Все, больше такого диалога с вами? Не, ну он от Сенчева не спрашивал, вам объяснили, вы кто здесь находитесь, вам объяснили права, на что гражданин, свидетель, ответил да, и все. Хорошо, это был законный вопрос. Даже не был законный вопрос. Законный вопрос его. Сеченко? Да. Конечно. Законный вопрос. А теперь скажите, пожалуйста, вот сейчас вы здесь находитесь, да? В качестве кого вы находитесь, вы знаете? В данный момент? Да. В качестве кого вы сейчас находитесь? Свидетель. Свидетель, да. А какие права у свидетеля? Вам известны? Права? Да. Известны. Ну, какие права? Вам их разъяснили? Сейчас? Здесь? Ну, гражданин-то я же лежал, понятно. Сегодня, я сейчас? Данные, в данный момент. Сейчас вам разъяснялись права, когда вы зашли сюда? Мои права? Ну, разъяснялись? Нет. А кто вам разъяснил права? Расскажите. Нет, заявлял. А вам? Вам разъясняли права или нет? В данный момент сейчас нет. Не разъясняли. А почему? Вы же знаете, что права обязаны свидетелю разъяснять? Да, ну, а почему вы, когда сейчас дали ставить два показания? Почему не... Я же не это. Что? Вы сейчас свидетель? Я? Да. А свидетель предупреждается об ответственности? Предупреждается. А вас сегодня, сейчас предупредили о какой-либо ответственности? Вас предупредили? Вот вы нам сейчас рассказываете все. Подпись имеется в материалах дела вашего? Имеется. А где вы сами расписались, при каких обстоятельствах? Расскажите. Вы сегодня расписались, вот вы сейчас даете предупреждение. Вы предупреждены об ответственности? Я к чему это говорю, если вы свои права не можете защитить? А как вы можете могли в тот день? Почему? Вы свои права не можете защитить. Молчите. Почему вы на него смотрите? И человек может забыть. Человек мог забыть. А вы почему не напомнили ему? Вы так же возрастной. Что? Прежде чем давать показания, надо подписку дать об этом или нет? Подписку надо со свидетелем взять, да или нет? Прежде чем брать объяснение. Необходимо это или нет? И после этого мы должны вам доверять. И ваш начальник должен вам доверять, что вы говорите нам здесь правду? Вы свои права знаете, а как вы могли права Сенчева нарушить? Какая предусмотрена ответственность за ложные показания свидетелей? Скажите, пожалуйста, вы сотрудник полиции, учились? И какая статья это регламентирует? Конечно, сегодня помню, жители, да, подражают. Вопрос вообще не по делу. Давид, слушайте, что Сенчев подражался человеку, он уже был... Прошу, да, давить на заседание и... Вопрос задавать по существу, очень интересно прислушаться к материалу. До свидания, до свидания. Мы разберемся сами, что нам интересно. Кстати, я понимаю, что вопрос задается не по существу. Вы свободны были сотрудничать, да, Надя? Всего доброго. И вам. И вам. Тишите много ручки. Вы, да, я вам представлю. Вам известно о том, что показания при рассмотрении административного дела, когда вы заявляете защиту, существует ответственность? Вам это все известно? Известно. Известно. Какая ответственность вам известна? Санкция. Хорошо, я сам понимаю этот вопрос, у меня все это относится к делу, но просто вам об этом известно.
Ходатайство. Вот еще есть ходатайство. А, если ряды, а если ряды, ведомость свидетеля. Уголовная ответственность, соответствующий, пожалуйста. Перерывку 5 минут. Да, пожалуйста. Как вы представляете, вот как, смотрите, вот сейчас перерывки, товарищ полковник, вот как он может спокойно спать с такими делами, а? Вот здесь вы не смотрели в жизни. Человек замотался, да, здесь, ну, еще. Но почему вы не стали, товарищ полковник, дайте мне расписаться. Ну почему вы не поставили? А капитане на проходной я вам сегодня тоже сказал. Это люди с оружием ходят по городу. Реальное замечание? Ну, замечание относящееся к данным. Реально? Ну, замечание имеет место. Имеет место? Почему так подставляете людей? Надеетесь, что за вас кто-то решат? Нет, завтра он на пенсию идет. И Путин тоже идет на пенсию. Вот и все, а кому мы должны с ним? Мы с тобой вот здесь вот останемся в этой стране, и он идет на пенсию. И я уйду. Все когда так. Ну правильно, ну учиться же надо, молодой человек. Ну надо учиться, ну зачем? Что представить от власти? Ну не знаю, ну зачем? Ну это же разбирательство идет, надо серьезнее подходить. Встали за трибуну, ну дайте расписаться, что надо. Это к чему говорю, что вот так же, да, они свидетели свои попросили. Все под копирку, просто обратите внимание. Все под копирку. Два человека смотрят на одно и то же, а видят по-разному. А у вас два человека. Все копирка в копирку. Ну не бывает такого. Господь Бог сказал, понимаешь, писание читается. Два человека видят по-разному. Сколько можно туда? Я же адвокат, ко мне все приходят, и вы приходите, и сотрудник защищает. Вот так, все попадают. Поэтому надо человечки быть. Может, снимаете свои претензии? Вы же уже понимаете, что дело уже нет. Да? Нет уже. Поэтому потом я заметил, что дело нет. Очень не закон сначала почитайте, потом посмотрите, что такое. 20-21.